В США появятся криптовалютные фермы на основе атомных реакторов сразу в двух штатах страны – Пенсильвании и Огайо. Решили при майнинге использовать энергию с атомной электростанции. Такой же вариант рассматривают и другие штаты. Ранее Украина объявила желание стать центром криптовалюты. Новый закон о виртуальных активах призван легализовать криптовалюты и операции, связанные с ним. Вскоре в стране откроются две фермы для майнинга биткоина. Обе они расположены рядом с атомными электростанциями. Такое местоположение идеально подходит фермам для майнинга, которые потребляют огромное количество электроэнергии. Между тем, власти США будут отслеживать транзакции с криптовалютой для борьбы с хакерами. Уже сформирована специальная комиссия, которая будет заниматься пресечением действий хакеров, использующих вирусы-вымогателя.